Самого красивого мужчину вычисляли по математической формуле золотого сечения. Соотношение размеров губ, подбородка, глаз, носа, лба. Джордж Клуни на 5-м месте, но он не в обиде. Хорошо, что вообще вспомнили. От тебя один негатив исходит. Грустная физиономия Брэда Питта отвоевала 4-е место у забавной мордашки весельчака Джорджа Клуни. Ты постоянно меня недооцениваешь. Брэдли Купер третий в списке. Почти идеальное лицо Купера исказилось на днях при виде бывшей подруги Ирины Шейк в ультрамодном платье и в объятиях другого мужчины. Ты меня используешь или его? Если меня, то это плохо закончится. А теперь внимание, на 2-м месте английский актер Генри Кавилл. И победитель тоже британец, 33-летний Роберт Паттинсон. Ну, извини. Это лицо идеально на 92%. Скажи еще раз. Просто вычисления проводились в Лондоне, а лица соотечественников все же приятнее. К черту эту формулу. Как же это может быть?